песню нашему сегодняшнему юбиляру. А еще это буквально сейчас организованный мною долгожданный хор героической песни, о котором меня вот уже год просит и требует Валерий Владимирович Кабулов, председатель нашей национальной культурной общины. После этого стола задержался. Валерий уже уехал, но вы ему расскажете, что хор уже практически готов. Еще один момент. Вы, пожалуйста, приготовьте бокалы, фужеры, рюмочки, когда мы споем, чтобы вы нам преподнесли. Договорились? Вот так. Какое так, пожалуйста. Ты в центр вставай. Мои два сына, да покой, Балаштон, Машал, Жарадар, с Маманка Назана, только что составленный хор. Талантливый человек, талантливый во всем.
какие пишут миниатюры и рассказывают. Как поет. Да я же давным-давно, еще когда первое издание, помните, «Мягкая вот» вышла? Еще тогда я удостоилась чести, мне была подписана книжка тогда. Я надеюсь, и сегодня это случится. Я тебе сейчас... Да, замечательно. Тебе, раз еще говорю.